Почему на седьмой сектор мы сейчас внимание обращаем, да? Вот смотри. Вот, вас двое. Вас двое, да? То есть если я просто по, ну, как бы, да, вот так, да, понимаете, да? Вот. Поэтому я уже предполагаю, уже становлюсь так и предполагаю, что мне нужно куда-то уже двигаться. Он начал первое движение, я уже не двигаюсь. То есть, что я сделал? Почему я туда ушел? Потому что разорвал дистанцию, соответственно, да. Ударил его и подставил его под него. То есть тем самым выиграл время. И вот когда в противоположную сторону делаем, в противоположную сторону, тогда мы подразумеваем, что он стоит здесь, этот товарищ. Вот. И вот когда идет атака, здесь его, навстречу. Мы выходим, встречаем его так. И выход в этот же шестой сектор, но надо на другую ногу. То есть получок. Почему все время по-другому? А потому что мы двигаемся с вами по секторам, когда да, у нас 8 сторон света, мы каждый раз двигаемся по-другому. Нельзя в драке, в бою двигаться одинаково. Поэтому мы должны приучать себя привычным и непривычным в первую очередь действиям. Непривычным. А вот так сделать не сделаем мы. Вот если будет стоять так, можно выходить сюда, мне крайне не нужно. Поэтому мы стоим, вот когда мы встали вот так, мы уже вот этим действием мы с вами уже сказали, что мы сейчас будем боксировать. И с двумя боксировать, ну крайне тяжело. Нам не нужно боксировать, мы стоим фронтально. Потому что фронтальный стоечек я уже раз. Уже вышел. Шаг в сторону, развернулся, уже снова выстрелился. Видите, я все как просто, смотрите. Предстоит думать по-другому, двигаться по-другому и находить совершенно другие методы. Смотрите, на что внимание обращаю. Не на вот так вот, раз, потом два. Нет. Нет, это делается в одно действие. В одно действие. Удар идет в одно действие. Мы с вами вышли, пуп, сразу ударили. Импульсный удар. Тук! Навстречу, коленочку подламывается. Понимаете? И побежали. Работаем.